Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики! С вами, как всегда, Сладкоежка. И сегодня у меня для вас очень радостные и невероятные новости. Человек, который смог пройти первым в РК Slaughterhouse. Знакомьтесь, это It's Typhoon. И я, когда это узнал и когда услышал, был полностью ошарашен, потому что пройти Slaughterhouse, который стоит топ-1 в глобал-листе, но это вообще. Значит, Slaughterhouse 100% First Ein RK Flug from Troll Machine. То есть он с Troll Machine, ребят, да, флюкнул аж до Slaughterhouse. Это невероятно круто. Я до сих пор помню, как за день на него подписалось человек 800, наверное. Ну что ж, давайте будем смотреть. Не забываем подписываться, ставить лайки. Очень надеюсь, что до него дойдет информация. И то, что он посмотрит мою реакцию. Тайфун, если будешь смотреть, привет тебе. И напиши комментарий, буду рад. Поехали. Интересная его реакция. Это ж вообще жесть. Это пиздец. А все даблспаки это ФП? Что значит ФП? Нет! Он, кстати, легит нам прошел на стриме. Я так понял. Ну да, скорее всего, на стриме. Он вроде 80-100 поставил, ребят. Представьте. С 80 до сотки. Вот всем любимый Slaughterhouse. Да уж. Меня уже шароёбит от этого Slaughterhouse. Я его столько раз видел, что мне прям уже то, что... Он вроде, кстати, с Молдавии, ребят. Давай, битнешь сейчас. Что и... Стоп. А чё так слабо? Стоп. Начинается. Что нахер? Ага. Я флюкнул с 82%. Что? Описали с 80%. Охереть. А, ну да. Значит, дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данного прохождения? Я знал, что будет жестко, что будет круто и эпично. Но я ожидал, честно, реакцию пожестче. Все-таки он первым в РК это, прошел Slaughterhouse. Ну, это, конечно, жесть. Поздравляю его с таким невероятным флюком, с прохождением данного экстрим демона. Вот, процветание каналу и успехов в дальнейших прохождениях. От души всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои топовые, позитивные и приятные для меня комментарии. В комментариях высказываю мнение насчет моей реакции и мнение насчет данного прохождения. С вами, как всегда, был Сладкоежка, всем демон демона, экстрим демона, всем удачи и всем пока-пока.